Купили в Евроспаре вот такую пиццу. Она просто гигантская. В общем, я, конечно же, вам все потом расскажу, покажу по цене. Но просто нам не терпится хотя бы по два кусочка съесть. Поэтому давайте заглянем вовнутрь. О, смотрите, какая она классная. Вот такая. Она просто огромная. Вот не передать. Один кусочек даже вот больше руки. Вот такая пицца. И сейчас мы по кусочку съедим. Ну и вот она, эта гигантская пицца. Добрый, добрый, добрый всем вечер пятницы. Сегодня не удержалась и решила устроить сегодня такой пицца-вечер пятничный. Мы, конечно, не удержались, пришли по два кусочка этой пиццы. Она просто гигантская. Конечно, не удержались, по два кусочка этой пиццы съели. Вот, ну по кусочку, то есть. Она просто огроменная. Я такую пиццу нигде не видела.